сегодня мы посмотрим самые крутые анимации про скибиди туалеты и страшных монстров. Ну а чтобы все монстры стали твоими друзьями, просто поставь лайк и нажми на кнопку подписаться. Ну что, погнали, первая анимация про TV Woman. Опа-на, это мама длинные ноги. Точнее, была мама длинные ноги, ее просто испепелили. Опа, это у нас паровозик Чу Чарлис. Почему они издеваются над монстрами? По-твоему, это смешно, говорит Чарлис? Нет, это нифига не смешно. Так, ТВ-мен решил поцеловать телевизор. И немножко... Оу! Ударился током. Так, они расставляют ловушки. На свежем воздухе... О, всем привет! О, это дедушка Юджин. Тот самый сумасшедший дед. Ой, мне очень жаль. Извините. А это Чиматаки Таматаки из Garden of Banban 4. Опа, да, смотрите, теперь Юджин ездит, разъезжает с ловушкой на голове. Опа-на, а это ТВ... Это должен был быть первый поцелуй, но что-то пошло не так. Ну а в этой анимации все станут детьми. Это у нас ТВ Вумен и Камерамен почему-то издеваются над Спикерменом, когда они были детьми. А, это история их взросления. Смотрите, они все время... А, смотрите, что я умею. Избегали Спикермена. Я хотел с ними дружить. Но они почему-то его все время не хотели никуда звать. Не трогайте моих друзей. Но все же он их защищал. Спасибо. Воу! Ё-моё! Скибиди уже в малом возрасте нападали на них. Смотрите. А это был Стингер Флинн. Он решил искупать Спикермена. Спасибо. Мы уезжаем в отпуск. В этой анимации Тиумен остался совсем один дома. И он этому радуется. Теперь он может что угодно делать. Смотрите, он раздавил детеныша Чарльза. Эй, что ты делаешь? Это же Гримас Шейк, да? Так, окей, спасибо. Полежу рядом с тобой. Опа-на, привет, я Аманда. Не смотри на меня, скибиди туалет, я явно этого не ожидал. Эй, выходи, мне скучно. Ну давай, выходи же. Эй, что ты делаешь? Оу! Тиумен испугался. Мы вернулись. О, да уж, не вовремя они вернулись, конечно. Это прекрасно. Ну а сейчас мы увидим противостояние ТВ Вумен и страшного монстра. Так какой это медведь? Слушайте, мне этот медведь очень знаком. Где-то я его уже видел. В какой-то игре. Так, она что-то услышала. О, это же Вули Були из игры Джойвиль. Теперь понятно, откуда этот медведь. Я же говорю, знаком. Так, она решила ему передать его, чтобы не навязываться на неприятности. Блин, мне настолько понравилась эта игра, что мама подарила мне вот такую вот игрушку, прямо как из игры. И вы тоже можете попросить свою маму или папу подарить вам такую игрушку. Покажите им это видео, и я покажу им, где можно приобрести такой же подарок со скидкой в 50%. Все, что нужно сделать, это перейти в описание под этим видео и нажать на эту ссылку. После этого вас перекинет на Wildberries, где вы сможете выбрать нужную вам игрушку. Сейчас там действует скидка в 50%, поэтому не упускайте момент. Игрушка сшита из качественного материала, поэтому прослужит вашему ребенку очень долго. Если что, ссылку на Wildberries я оставлю в описании, либо в закрепленном комментарии. Мне кажется, это отличный подарок для ваших детей, но это уже решать вам. Ну а мы продолжаем смотреть топ-30 анимации Скибиди Туалет. Смотрите! Чарльз хотел спокойно посидеть, но тут возник вот этот пила Скибиди. Опа-на! Теперь мамочка его использует в виде ножа. Это он! Это он! Давай быстрее! У меня есть супер-пушка! Так... Главное попасть именно в Скибиди, а не в Чарльза. Оу, нифига себе ответочка. Он просто выплюнул его. Так, теперь ТВ Вумен защищает Чарльза. Пора кушать. Пока-пока. Мне не до тебя. Стой, подожди, не надо. Кто-нибудь остановите этот Скибиди пилу. Это котик Джестер? Серьезно? Котик всех спас. Мы тебе теперь поклоняемся. Что? Ну а в этой анимации Спикермен и ТВ Вумен сражаются с пальцем, смотрите. На них напали великаны. Спасибо большое. Оу, нет, он испарился. Так, теперь ТВ Вумен противостоит другому пальцу. Ага, она отогнала его в ловушку. Монстры-дураки. Это у нас, ребята, Скибиди-школа, где ТВ Вумен является учителем. Так, всем привет. Ой, тут ничего не написано такого. Ведь Чарльз является монстром. Так, уголь. Он ест уголек. Эй, за что она его так? Ага, а Галарин вступился за своего хозяина. Так, эй, камерман подглядывает. Да Чиматаки и Таматаки. Это просто отвратительно. Он самоуничтожился. Старт. Это у нас гонки монстров. Нифига себе. Реактивный скибиди туалет выиграл. Вместе с ТВ-меном. А мамочка его смыла. Так, камень, ножницы, бумага. На, получай. А за что пощечину-то, а? Эй, ты что творишь вообще? На, получай, зарядом зубов.
Так нифига себе! А Стингер Финн все разрулил! Он их угомонил! Ой, извиняюсь, Чарльз. Ну а в этой анимации у монстров наступило глобальное потепление! Они просто страдают из-за этой жары! Так, и Стингер Финн что-то придумал! В городе наблюдаются снежные осадки! Я не верю, что это правда. О, да, это правда. Стингер Финн изменил погоду. Теперь навалило снега так много, что пипец. За что? Зачем она обрела Вули? Так, это у нас кенгуру Бан-Бан. Так, летит Тиви Вумен. Опа, ее сейчас реактивные ракеты заморозились. И она просто шлепнулась на снеговик головорезов. Так, что? О, это Джестер? Так, даю тебе $50, если ты лизнешь этот столб. Нет, это же очень больно, неприятно. Головорез над ним вышел пошутить. Воу, ё-моё. Так, а, серьезно? Из языка начинает генерировать, точнее, регенерировать Джестер. Почему? Чего именно из языка? Так, я этого не делал. Мамочка превратилась в лед. Ну, а это грустная история про малыша Тиви-мена. Мамочка, так, оу, нет, это была не мамочка. Это какой-то монстр в виде веток. А это у нас семья Чарльзов. Так, они решили поднять ему настроение и притворились его родителями. Боже, как мило. И взяли его на усыновление. Опа, они сделали дырку в стене. Но Тиви-мен все исправил. Он закрасил. Оу! Весь дом начинает рушиться. Они полностью все закрасили. Так, мамочка, не ругай нас. Мы хотели как лучше. Да нормально все, не переживайте. Так, они играют с этих солдатов. Погиб! Нифига себе, Тиви-мен их пранкует Чарльза. Издевается над ним. Вы не видели нашего сына? О, Чарльз офигел. Кто там? Ай, без понятия. Он не сказал, что это его родители. Пропал малыш. Ну а в этой анимации Тиви Вумен станет злой. Наконец-то она убрала эту неприятность. Но маленький Скибиди проникает в ее корпус. Все, она теперь заражена этим вирусом Скибиди. И начинает наводить хаос. Нет, не трогай моего детеныша. Тиви Вумен, нифига себе, у нее там ракет. Пожалуйста, стань моим другом, говорит Чарльз. Так, теперь Тиви Вумен пытается избавиться от Чарльза и помогает Юджину. Что? Она же вроде плохая. Оу! Она скидывает его со скалы. Эй, ты что творишь? Это опасно. Чё? Минус Тиви-мен. Мне это уже надоело. Анти-скибиди, получай спреем. Все, минус зараза. На, топчите его, этого тараканчика. Ну а в этой анимации чуть-чуть Чарльз попадет в параллельную вселенную. О, смотрите, это его зеркальное отражение. Перенесло в какой-то темный мир. Вообще бесцветный. Так, воу, в котором Тиви-мен злой. Альтернативная вселенная. Ё-ма, что тут происходит вообще? Так, нужно быстрее спрятаться. Так, где он сейчас находится? В чьем доме? Нет, не трогай меня, Скибиди. Хочешь немного печенья? Смотрите, тут Скибиди добрые. Они готовят еду. Так, это Юджин. Лучшие друзья, смотрите, это их общая фотография. Тут Юджин злой, а головорезы, наоборот, хотят, чтобы Чарльз погиб. Ё-моё, а Юджин его защищает. Фух, он выбрался из этого измерения. А Юджин решил последовать за ним. Лучшие друзья. Ой, ты пацан. А там другой Юджин сидит. Ну а в этой анимации Тиви Вумен подбирает себе идеальную голову. Так, это у нас Тиви-мен. Идем дальше. О, это у нас Чарльз. Ему не подходит это тело. О, это у нас Скибиди. Уйди прочь. О, а это Спикер Вумен. Окей. И она просто вынесла Тиви Вумен. Ну а в этой анимации у Тиви Вумен появятся домашние животные. Позаботьтесь о них. О, это у нас маленькая мамочка, Джестер и Тиви-мен в виде котят. Как вообще так произошло? Так, ладно, теперь они наводят суету в ее доме. Портят диван и все остальное. Мебель. Опа, наш шлепок. Тиви Вумен шлепнулась. Они на ней издеваются. Пожалуйста, не трогайте Тиви Вумен. Мыло для мытья посуды? Что? Это еда не для котят. Все, теперь они будут отрыгивать пузырьками. Так, игра в лазер. О, она избавляется от каждого котенка. Ну а в этой анимации Джестер и Тиви Вумен станут одним целым в буквальном смысле. Мне очень жаль, я не хотел тебя разукрашивать. Воу, что? Как это сделать, Тиви Вумен? Она каким-то образом объединила их тела. И теперь они одно целое. Так, это очень мешает им жить. Эй, что ты делаешь? Так, теперь они сражаются с Скибиди туалетом. А Джестер ничего не может сделать. Ведь он не знает, как с ним справиться. Что? Как это вообще возможно? Его глазные яблоки просто вылетели. Так, теперь она сражается с помощью Вантуза. Так, ой, а Джестер над ней издевается. Он не понимает, что это не шутки. Что им нужно противостоять Скибиди туалетом. Опа-на!
Нет, теперь TV Woman плюс TV Man. О, и там еще Джестер запрятался. Ну а в этой анимации Аманда-путешественница превратится в TV Woman. Так, ага, TV Woman пока сражается с Кибиди туалетами, а в это время Аманда очень сильно приболела, и Джестер за ней ухаживает. Так, она поменяла лекарство на какое-то превращение? Эй, почему TV Woman злая такая? И теперь Аманда стала телевизором. Будь здорова. А Скибиди над ним издевается. Ты просто смеется над Амандой. На, получил по заслугам. Ой, теперь Шарль не сможет сходить в туалет. Так, тебе ум нужна помощь. Она одна не справится. Помоги мне, пожалуйста. О, нифига себе. У Аманды есть секира, рассекающая головы Скибиди туалетом. Спасибо. Ну, а это анимация про малыша Камерамена. А вот и он. Вы такой миленький. Ой, боже мой. Как воспитывать ребенка? Пособие от Камерамена. Так, у нас паровозик Чарльз. Воу! Они уничтожили паровозика и сфоткались с ним. Так, у нас Аманда. Улыбка! Так, Джестер против TV Woman. Стреляются. Воу, что? Они подсунули ей лазер. И Джестер просто пропал. Остались только кости. Наши типичные будни. Так, а это у нас Аманда разозлилась. Это у нас Джестер в виде скелета. Эй! Мы пришли разбираться! Нет! Но в этой анимации Грегори и Красный Друг продолжают противостоять Скибиди туалетам. Это у нас церковь, где все поклоняются этому батюшке? Батюшке Скибиди туалету? Ага, Грегори решает его смыть. Все в панике убегают и сматываются. Так, а TV Man доволен. Говорит, все отлично сработано. Так, это у нас рай. Рай Скибиди туалетов. Это бог. Он видит, что происходит у них в церкви. Как Грегори издевается над этими Скибиди туалетами. И направляет на нашу планету Земля какую-то золотую какашку. Что? Что происходит в этой анимации? И он возвращает к жизни этого батюшку. Конфеты-шипучки от Спикермена. Что происходит? Он как будто зомбирован. Он под гипнозом. Упонадобите, он пуляет со своим нимбом. Так, осторожно, вам нужно спрятаться. Воу, нифига себе, он огромный. Он аж смог проломить многоэтажный дом своим нимбом. Все, TV-мен атакует. Ну что? У Скибиди туалета есть какое-то силовое поле, с помощью которого он защищается. Обалдеть! Так, Грегори решает нанести сокрушительный удар. Загрузка. Все, начинается мини-игра, где Грегори сразится с этим туалетом. Окей, у нашего главного героя есть три оружия. Бластер, шапочка-вертолетик и Вантос. Так, вроде бы пока Грегори справляется. Но в ответку Скибиди пуляются какашками золотыми. Что? А что они вообще делают? То есть они опасны для него? Так, теперь используем шапочку-вертолетик, чтобы уклоняться от этих нимбов. Ну, вроде бы пока все нормально. Прикиньте, увидеть этот туалет в мир Дефака Бума. Это было бы очень классно. Что происходит? Какое-то золотое свечение. Воу, снова взошла эта золотая какашка. И из туалета появляются золотые маленькие туалетики. Что происходит? Откуда взялись эти унитазы? Что? Реально, ребят, я не понимаю. Это какой-то имба-босс. Реально непобедимый. Так, ладно, Грегори пока справляется. Отнимает у него жизни. У нашего батюшки Скибиди остается совсем мало здоровья. И, скорее всего, Грегори сейчас победит. Давай, Грегори, мы в тебя верим. Ребята, все пишут в комментариях: Грегори, побеждай. Он, ребят, вы ему сможете помочь этим. Так, все, окей. Смотри, что он задумал. Он снова пуляется нимбами, а Грегори уклоняется. Блин, я на самом деле хотел бы поиграть в такую игру. Все, Грегори выдохся. Он очень сильно устал. Но, эй, батюшку, Скибиди еще не победил. Это что такое? Это здоровье! Нет! Это нечестно! Он получается вообще непобедим, реально! Он может сколько угодно здоровья пополнять! И армию целых золотых унитазов создавать! Это же реально очень сложно сражаться! На помощь пришел TV Man! Так, окей. Он вроде бы... Да, он всех этих туалетов просто взял и испарил. Так, а у Красного Друга есть динамит, который поможет уничтожить этот огромный унитаз. Победа, да! Грегори выиграл, но не без помощи TV Man и Красного Друга. Ура! Мы сделали это! Так, Красный Друг что-то заметил. Так, нимб, что? Это съедобно? Вау, это вкусно, говорит Грегори. Ну-ка, попробуй, Красный Друг. Вау! Интересно, а на вкус? Это на что похоже больше всего? Все, теперь они решили использовать этого унитаза в своих целях. Они будут производить какие-то вкусняшки из этого нимба. Так, Тьюман помогает им. Воу, что? Смотрите. Они заклеили ему рот. И теперь гипнотизируют его, чтобы он создавал им нимбы. А эти нимбы, скорее всего, похожи на пончики, да? Да, окей. Начинается производство по изготовлению пончиков золотых. Так, окей. Теперь макаем их в глазурь. Окей, окунаем их. Блин, прикольно.
Это очень аппетитно выглядит. Но я бы не хотел это пробовать. Мне кажется, это очень неприятно на вкус. Но прикиньте, нимб золотой с неба. Я реально не понимаю, на что это может похоже. Но в их мире это пончики. Так, ладно, допустим. Все упаковываем их в коробочке. Так, и как это будет называться? Скибиди пончик. Ну а в этой анимации у TV-вумен Чарльза появятся дети. Что? С помощью ее излучения вылупились из яиц TV-вумен-паровозики? Что происходит? Как это вообще произошло? Так, ладно. Окей, Аманда спит. И что-то происходит. Только не это. А, малыши TV-вумен слушают очень громко музыку и мешают ей спать. Да как ты смеешь? Говорит TV-вумен. Опа-на, она пришла со спикерменом. Мстить ей! Обалдеть, нифига себе! Помогите! Смотрите, что я могу! Ё-моё, Джестер разделился! Он удивляет этих малышей! Так, а TV-мен кушает! У меня есть идея! Что из... Оу! Нет! Это же не Джестер! Это ваш папа! Его не нужно разделять! Так, а Чарльз решил... ...стрелить лазером! Но попал в мамочку! Ну, а в этой анимации появится Титан-камерамен! Нетушки! А ну-ка еще раз постучусь! Воу, нифига себе, он стал качком! Как это вообще произошло? Что он себе вколол? О, что? Это был человечек в Скибиди, серьезно? С двумя ножками такими болтающимися. Так, ладно, они решили поужинать. Или пообедать, пока непонятно. Это что за фигня? Почему не могу поесть нормально, как ты? Ладно, допустим. Опа-на, заряд. Ага, он истратил свой заряд и стал снова прежним. А, так эта зарядка помогает ему становиться таким большим и сильным. Ну а это история любви TV-мена и TV-вума. Смотрите, он почему-то расстроенный. Они что, поссорились, что ли? Почему она его избегает? Так, ладно, она сражается с Скибиди-туалетом легко. Нет, он очень рано начал радоваться. Слишком рано. Так, TV-вум пока истребляет эти унитазы. А в это время TV-мен решает ее поцеловать. Это очень не кстати. На, получай. Любовный бластер? Что? Он промахивается и попадает в Юджина. Теперь дедушка его любит. Опа-на. Тиун моется. А в это время он принес ей полотенчика. Стой, подожди, не скидывай меня. Ну, а это один день из жизни TV-вумен. Так она избавилась от Юджина и сейчас наедет на Джестера. Нет, он занимается покраской рельсов. Ой, они снова стали одним целым. Здорово. Так, теперь Джестер помогает ей отстреливаться. Цветной пистолет? Что? Что это такое? Нет, он испортил просто всю скатерть мамочки. Они разыгрывают просто всех подряд. Головорез разозлился и отстрелил голову Джестеру. Но она у него снова выросла, ведь он умеет, у него есть регенерация. Пни меня! Нет, за что Чарльза-то? Короче, они наводят суету. И теперь мамочка и Чарльз хотят ему отомстить. О, они стали теперь Змей Горынычем. Ну а в этой анимации у мамочки появится домашний питомец. Она пока что болеет. О, нифига себе, это что? За динозавр такой огромный. Танцуй, котенок. Пипец, он все разрушает в их доме. Так, скибиди туалет тут уже. Чипсы кушает нас Чарльз. Откуда это вообще котенок? Это какой-то персонаж из какой-то игры? Так, вот тебе молочко попей. О, нет! Сейчас тут все разгромит. Всю кухню. Так, пока что Юджин и Чарльз играют с лазером. О, нет, он подставил Чарльза. Пипец. О, на тебе в ответку. Не смотри на меня, говорит Юджин. Так, о, нет, только не клубок. Ниток. Это же их самое любимое занятие, играться. Так, опа, начался дождь. Пикник не удался. Мамочка расстроилась, но котенок ее защищает. Воу! Ну а в этой анимации TV-вумен окажется в параллельной вселенной. Ее засосал телевизор. Хочешь немного печенья? Снова скибиди у нас кухарка. Так, Аманда. Воу! Вули в этой параллельной вселенной монстр оказывается. Нифига себе. Он просто взял и слопал TV-вумен. И выплюнул. Так, окей, что дальше? Нас удивят. Воу, что? Спикермен засосал мамочку Чарльза. Так, это у нас TV-мен. Помоги мне, пожалуйста. Что? TV-мен в этой вселенной злой. Он монстр, он поглощает всех. Фух, она снова вернулась в прежнее измерение. Ну, ну, а это обычный день чуть-чуть Чарльза. Так вот, Юджин, он сорвался. Что? Нет, Юджин погиб. И теперь он стал привидением. Я тебя отомщу, говорит Юджин. Так, теперь над ним издевается. Каким образом? Он же призрак. Как он вообще может левитировать Чарльзом? Я заберу тебя с собой. Спасибо. Что? Чарльз явно этого не ожидал. Он не понимает, кто ему налил чаю. Да на Джестер вообще все равно. Так, он спрятался в морозильнике. Блин, я бы на месте Чарльза реально бы обкакался от страху. Это реально стрёмно, когда в твоем доме кто-то хулиганит в виде призрака. Это он. Короче, Чарльз уже весь в шишках.
весь в ушибах. Его терроризирует это привидение в виде Юджина. И теперь Шарльз тоже призрак. Ну а в этой анимации Скибиди Туалет превратится в котенка. Что? Он разбил мамочку. Кошачья магия. Стингер что-то ему подсыпал. Воу, и он превратился в котенка. Та команда с ним играется. Это что такое? У него два лазера есть. Что? Из этого унитаза уже два котенка вылезли. И у меня же глазные яблоки вылетели в разные стороны. Так, не мешай мне спать. Не видишь, я тут дремлю. Так, окей. Ну она мяучит. Эта кошечка Скибиди хочет кушать. Так, Аманда кушает какой-то бутерброд с вишней. Но котенок ей мешает. А ну, молчи, на, ешь. А фотка владельца кота. Кошачья магия. Что? Теперь Тиви Мэн тоже стал котенком. Ну а в этой анимации Скибиди Туалеты сражаются с пальцем. О, почему он из своего полез? Это потому смешно. Извиняюсь, это Скибиди ученый. Пора уходить. Олег ни в чем не бывало, просто утопали. Ну а в этой анимации Скибиди Туалет сразится со Спикер Вумен. Так, но с камера Мэн. А это у нас Спикер Вумен. Она пришла сражаться с этим Джименом. С волосами. С этим унитазом коварным. Все, она дает согласие камеру Мэну, чтобы тот включил музыку очень громкую, чтобы просто раздавить ушные перепонки этому унитазу. Так, все, усиливаем звук. Погнали! Начинается дэнс, начинаются танцы. Опа-на, все, Спикер Вумен начинает, по-моему, побеждать. Джимену становится плохо. Все, он повержен. Ну а в этой анимации палец пытается раздавить Спикермена. Опа-на! Ну, Спикер Вумен пришла на помощь! Спаси меня! Ха-ха, лузер! Почему он над ним издевается? Помоги ему! Что? Блюдо подано. Ну а это Скибиди Туалеты в реальной жизни. Это совершенно новый унитаз. С четырьмя руками и с катанами. Он противостоит Титану Спикера Мэну. Смотрите, он отражает пока все его лазеры, все его атаки. Нифига себе. Я очень хотел бы увидеть этого персонажа в мире Гаррис моде, именно в Дефак Бум. Ну а в этой анимации Скибиди Туалет сошел с ума и пошел против своих сородичей и товарищей. Что с ним случилось? Кто его загипнотизировал? Ё-моё, они самоуничтожаются. А, это все сделала Тиви Вумен. Отличная работа. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.